Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Аня Максимова. Даниил Гранин – классик современной русской литературы, лауреат литературных и государственных премий. Соавтор знаменитой блокадной книги и автор повести «Мой лейтенант», в которой писатель вспоминает годы, проведенные в Ульяновске в далеком 1942 году. «Чужой дневник» – это новинка книжного фонда Дворца книги. В это произведение вошли путевые очерки и эссе Даниила Гранина, в которых он описывает свои впечатления от увиденного, собственной фантазии и даже озарения. Также здесь автор-писатель говорит о каждом из нас, о наших надеждах и разочарованиях, а еще о том, что делает жизнь прекрасной. А вот что именно делает ее такой, вы можете узнать, только прочитав книгу. Ее вы можете найти в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали произведение Даниила Гранина? Делитесь в комментариях.